Ну да, ты же не продаешь, да? Это все кроме себя. Sen bizi yazıyor musun? Yok, şöyle bu. Закройте, пожалуйста. Маля, в этом году будем планировать завершить 24 декабря. Район наш преимущественно аграрный. Значительную роль в развитии экономики играет сельскохозяйственная отрасль, которая представлена сочетанием 5 крупных агротерм холдинг компании «Акбарс», 9 самостоятельных и 68 фермерских хозяйств. Площадь сельхозугодий 119 тысяч гектаров, в том числе 96 тысяч гектаров пашнин. Будут предприняты определенные программы поддержки малого и среднего бизнеса. Мы здесь активно вместе с вами должны участвовать, поддержать наши коллективы, малые предприятия, средние предприятия, чтобы на самом деле сохранить то, что нами создано. Но рано или поздно кризис кончается, и мы видим, что и цена на нефть, вот сегодня свыше 60 долларов, я в интернете читал. Это такие позитивные сигналы, и то, что Минские соглашения, которые провели наши руководители, они дают некие позитивные ожидания, но позитивными ожиданиями жить только нельзя, надо мобилизовать все наши ресурсы, все наши возможности, чтобы на самом деле сохранить рабочие места. Ведь у вас большой промышленности нет, у вас малый и средний бизнес 23,7%. Я понимаю, Нижнекамский это сложно, когда крупное производство. У вас же больших нет, поэтому ваши цифры должны быть 50-60%, не меньше. Еще один вопрос, где я хочу вас покритиковать, это по качеству образования. Вы попали в группу «Красную зону». Качество образования – это ваша конкурентность. Буинский – мощный район, мощный потенциал. Как же вы можете где-то сзади там быть, у вас же вся инфраструктура есть. Средний балл, в рейтинге по качеству общего образования вы занимаетесь 43-е место. Средний балл по русскому языку 56,8, 45-е место, математика 36,7. Нарсия Леген Судзинева. Зафранова здесь, нет? Да. Нарсия Леген Анатасовна, как это можно понять? Буинск, такой мощный район. Трошасыз, вообще трошмисыз. Стыд, позор.